в тепле, вони будуть м'які. О, розговорюємо по телефону, гриби собираю. Люди подумають, що я що-то це здесь. Позвонили, що слива по 10 гривень. А я делаю эти сливы, а куда, если завтра уезжаем? Ладно, Вить, давай, пошли. Звони. Неудачно. Место. Маслята. Так. Чистые. Только сломала. Напрасно. О, тут съела. Ничего брать. Вон какие хорошие. Хорошие. Большие такие. Прямо не маслята. Какие-то. Серьезные грибы. Видите, какие большущие. Таких маслят что-то и не видела. Но здесь вот эта трава такая растет. Идем, муж говорит, ну место такое, грибы должны. Где они? Вроде здесь и влага должна быть. Низины. А грибов не видим. Вот немножко маслят попалось. В траве не видно, уже думала, ничего нет. Ну какой большущий стоит. Это вообще такой же, как тут. Этот даже больше. Он какой громадный. За травой и не видно. Вот если хорошие условия, какие маслята вырастают. В жизни не подумала. Мы ходим там, нет таких мест. Сухо. И маслята, если попадаются небольшие, но это огромные. Иду уже и не включаю. Ой, видеокамеру. Идем, собираем. Попадаются и попадаются. Думали, такой лес будет белые грибы. Несколько красноголовцев. Ой, сухой подосиновиков. Но зато зонтиков. Ой, какой большой. Бесконечное количество. Уже я не знаю, собирать их, не собирать. Ой, уже. Кошмар. Смотрите, сколько. Зонтиковый рай. Пап, что-то ты корзину далеко поставил. Зонтиковый рай. А? Ну, то я показываю. Ну, там, вон, так куда ты ж корзину оставил там? Ой, полно-полно. Уже и радости нет. Ну, встретили, да и встретили. Наморозим. Помою, порежу. И в морозилку. А зимой будет нам счастье. Вон еще вижу. Он маленький. Ой, тут вообще сухо в лесу.
они растут и высыхают. Ну, какое место нашли. Надеялись, что будет что-то серьезнее. Ой, белый какой-то. Белый. Ну, белый, конечно. Ну, мало ли только. Уже видите. Видите, что творится. А это что такое? Маховичок. Маховичок. Вот маховички. Зонтичек. Зонтичек. На зонтичек не реагируем. Зонтичек. Беленький, беленький. Но это уж точно беленький. Это совсем беленький. Под листьем рос. И солнца не видел.